В округе подходит к завершению капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. На улице Льва Толстого ход выполнения работ проинспектировал глава округа. Этот девятиэтажный дом из силикатного кирпича на 108 квартир построен в 1994 году. Несколько лет назад здесь отремонтировали кровлю, заменили лифтовое оборудование и систему холодного и горячего водоснабжения. Теперь, по многочисленным просьбам жителей, утепляют фасад. Выполнено уже порядка 70% работ. На данном этапе идет облицовка керамогранитом. К капитальному ремонту фасада 31-го дома приступили летом. После его завершения в квартирах станет теплее и увеличится звукоизоляция. Дополнительно жители обращались по вопросу замены газового оборудования. В этом доме еще также будет полностью оно заменено. По срокам этого контракта до конца ноября работы все будут закончены. Уже весной здесь благоустроят придомовую территорию. Всего в городском округе Люберцы в этом году капитально отремонтируют 135 многоквартирных домов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.